высоко-высоко. Nice little breezy. Here's Vera preparing our first dinner on Saturday evening. We found a place. Посмотри. No wind. Он посмотри, ларю. Три. Четвертая вон эта самая скамеечки. Никого нет. Many nice in the shade. А вон там красивый парк. И мы сейчас вот здесь. Вот наша посуда. Вот наши еда. Все будет нормально. Все, пока. В 1890 году первые посетители Америки только открыли Сил-Рок, и он уже был основан здесь курорт. Так что Сил-Рок was a small resort in 19. Да. Итак, мы продвигаемся на юг. Больше и больше. Под музыку Моцарта. О, какой бридж, а? Класс. Старый город. Вон. Сейчас мы найдем его на карте. Вот. Вот, вот здесь. Везде кипит вода. Массивные волны. А это остатки извержений вулканов когда-то. О! Я, конец. Мы едем. Лэри смеется на меня, что я такая выдумщица. А я в окошко. Вон в окошко. Большие, длинные деревья. Орел над нами парит. Другой. Вон облак как. Морские котики. О, какой коридор красивый, да? Да. Океан справа. Он какой-то шар, да. Mm-hmm.
Вот сейчас поели бульончика с этим, с яичком, а сейчас чечевицу, макарончики доканчиваем. Все, пока. Мы в парке. В парке вот в этом. Каждый раз, когда мы приезжаем и видим, все это пострижено, все это ухоженное, как в Версале. Прямо сил нет. Лэри уже устал. Лэри tired, look for flowers. Я помню, у нас в Берзянске были такие двухцветные розы. А вот это ярко-ярко-алые. Такие приятные-приятные. Нежные желтенькие. Ой, какая красивая. Прямо вообще роза. Ой, какая нежно-нежно-розовая. Очень приятный запах. Очень. А вон здесь какие заплютанные розы. И такие тоже, и такие. Кто-нибудь видел вот такое дерево? Она пальма, не пальма. Пальмовые у нее это. Но у нее вот, ой, колючие панцири. Еще раз взгляд на пруд. На пруд, да, на кувшинки, на цветы. Здесь такой уход. Заботливейший уход. Ботанический парк. Разные-разные. И большущие-большущие. И вот такие большущие. Very big. Он не боится даже, зайчка. She's like a cat singing there. Yeah. Ой, как он. А, и что-то там он делает. Yeah, right. Он и косулечка. Травку ест. Мы были здесь, когда было тихо-тихо. Несколько лет назад, а может 3 года. Вон Лерик. Careful, Лерри. Интересно. Панорама открывается. Вот сейчас начинаются самые красивые места. Вон там. Мы ехали долго, 26 миль, 40 километров без океана. Вон сейчас все камни, красота будет. Мы туда сейчас поедем по краешку. Сейчас первый раз выехали. All the stars are in the skies, ready to say good night. Can't you see your daughter sleeping too? Close your drowsy little eyes, mama will hold you tight while she sings the lullaby to you. И мы по краешку океана едем. Класс, с хорошей музыкой. Мы остановились посреди дороги.
Но невозможно такую красоту, правда? Вон там дорога. Вон, а все ходят, вон там так далеко ходят. О, Лэри, вон... Это вообще классно, классно. Солнышко выглянуло, совершенно другое настроение. Сейчас сколько времени? Почти 7:30. Пол восьмого воскресенья, 17 июля. Вот это уже Южный Орегон. Когда вот такая природа, когда такая музыка, посещает настроение опять, как в юности, мечты, что все впереди, еще много-много. Много всего открывается за каждым поворотом. И каждая встреча, каждая все манит. И вот действительно здорово, что мы живем на свете. Как будто дразнит океан, вот подходит дальше, дальше. Вот интересно. Нет, не достает волна. Ай-я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 й. Ноги намочит. Here's Верочка, standing there. Join that. All right, we're out here to see. Big wave, like the casa, Vata. Ooh. Да, без солнца ужасно. Уже 10 час вечера. Вода прибывает. К полуночи будет большой прилив. Но мы не увидим. Вон вода кипит. Ну, пошел, пошел. Давай, давай. Ну иди, иди, иди. Вот дурачок. Нарочно не придумаешь. Луна такая красивая. Вот она прямо в этой в горе входит. I think we stopped here before and walked up in here. Просто это не описать, это надо видеть. Тем более еще большая фог, туман. Это надо видеть, какие леса здесь. Вон из той горы мы выехали. Вся молочная. Молоко прямо. Еще стоит там. Не выветрило. Неприветливая Северная Калифорния. Очень неприветливая. По крайней мере, сегодня. О! Кьют! Найс! Они что, собрались, наверное, на старых автомобилях? Юрека. Turn right on 3rd Street. Then take the first right. Ой, какие дома. И там...
Какие дома, какие. Turn left on 2nd Street, then take the first left. Private club. О, вообще. Is it huge agromni? Whoa. Oh. Люди гуляют по этому лесу, и они такие маленькие. Они такие малюсенькие. Женщина недалеко от меня. Она малюсенькая. Просто необычно. Большой-большой, просторный-просторный. То есть в нем так просторно, в этом лесу, как будто декорации. Огромного размера декорации. И ты в театре. Вон Лэри. Вон Лэри. Даже машины проезжают. Они малюхонькие по сравнению с ними. Все в пропорции, естественно. Тоже можно останавливаться, но там вот все остановились, и мы так с ними. Итак, вот здесь он age 950 тысяч лет. Здесь высота. Да. Оригинал все вон. Мы недавно, мы ходили сейчас намного старше дерева. Это вот одно дерево, а там намного старше в лесу. Вот Ларюшка. Вот с этим деревом. Ну, здесь вот так. Ну-ну, давай, плиз, плиз. Ну. Wow, bear's getting in this tall tree. Old tree, hollow tree. Hollow tree standing in. Wowee. Very good. So.
Еще лес-то такой на приподнятом состоянии от шоссе. Такая тишина. Going, all right, hello, Verushka. Walking up the road here, right in the middle of the road in the Redwood Forest. Wow. Yeah, there it is. Super tall trees. Хорошо, хоть солнышко сейчас согревает землю. Dangerous. Okay, it's videos going. Alright. Вон вот этот стол покажи. Я хотела на него забраться. Не хочу ломать ноги. Попусту. No, I won't focus. Полазить. Как мишки. Лэри у меня все. Лэри взобрался на такое большое. Так, Лэри. Good. Такие махины прямо рядышком с дорожкой. Вон. Встречаются какие. Ой! Вообще. Вот это лес. Вау. Прямо близко-близко. И там-то было, а здесь кошмарно просто. Надо обязательно приехать сюда. Окошечко открыто. Такой воздух красный. Классный. Всем желаем, вот всем, вот в эти минуты, вот понимаешь, что такое вечность. Мы уйдем, а эти деревья будут стоять. И как стояли еще при наших предках. Очень многим здесь 300, 500, 600 и 1000 лет. Ну, естественно, здесь встречаются маленькие. Я очень извиняюсь, за каждым поворотом. Мне так хочется поделиться, чтобы вы все, друзья мои, все оставались со мной вот такими глазами, моими глазами смотрели на те уголки, где вам не придется быть. Это очень тяжело. Мне это и то редко бывает. Классно. If the driver went faster, it might be more interesting. Знаю, как я получусь у вас. Но пока. До завтра. А может, до сегодня. В Бердянске я любила собирать ракушки. А здесь я люблю привозить камушки. Вот такие. Я их прямо вот нахожу и собираю. Во. Опа! Еще раннее утро Лэри звонил во Флориду сестре. Они там умирают от жары, а мы тут дрожим от холода. В Южной Орегоне. В середине июля.
Oh, каскад. Awesome, awesome. Он опять. Сейчас обрушится каскадом брызг. Все, наш последний закат, и сегодня мы уже дома, сейчас поворачиваем. Красиво, очень красиво.